Всем привет, друзья, с вами Ял и... Мистер Верстак, здравствуйте. А я тоже тут сегодня решил немножечко потроллить. Потроллить немножечко игроков. Я сегодня камушек. И, кстати, хорошо, что мне дали Иносен, знаете. Обычно никогда не радуешься, когда на Murder Mystery тебе дают Иносена. Но вот в данном случае это очень классно. Мне это нравится, потому что сегодня я буду немножечко пытаться троллить. Хотя меня уже все видели, что я этот блок камня, но... Вау, детектива убили. 10 игроков осталось. Я знаю отличное место, чтобы спрятаться вот здесь. Вот здесь просто шикарное место. Просто шикарное, вот так. Все. Это мое место, я здесь буду. Даже вот так. О, что? Оу, детектива убили. Это... О, ладно. Ладно, окей, убийцу рассекретили. Плохой убийца, ну почему ты... Ну ты не умеешь играть за убийцу. Ну серьезно. Ну как так? Нельзя же так быстро сливаться. Ой, не, на этой карте у нас, наверное, ничего не получится. Нужно что-то универсальное, знаете, нужно что-то универсальное. Я не камушком, наверное, должен быть, а какими-нибудь досками или типа того. Ну да, и мне дали снова Иносена. Но, по-моему, здесь нигде мне не спрятаться, да? Нигде мне здесь не спрятаться, потому что я камень. А здесь такого камня нет, булыжника. Ай-яй-яй. Доски, наверное, самое то. Мне кажется, доски, они везде. Доски, это везде доски. Вот мистер Верстак тоже не знает, куда спрятаться, да? А он и не думает об этом. Он просто стоит, смотрит. А кто же убийца? Тут тоже ничего такого. А, Стивы всякие. Ну, Стивы, это Стивы. Стивы это такое. Опа. Вот здесь было место преступления. Ага, это камень, смотрите, это камень. Ты что, против булыжника пойдешь? Не нужно идти против булыжника, чувак. Я твой друг. Он кидается мечами. О боже, он кидается мечами. Вы видели? Вы это видели? Мистер Камень. Давайте я вас усмирю. Он кидает... Ладно. Его поймали, все. Его поймали. Детектив обнаружил. Окей, так, ну на этой карте, по-моему, тоже нет места для булыжника, ну почему? Хотя вот такие вот двери, такой вот заборчик. Неплохо. Так, о, смотрите-ка, кто я? Я буду здесь стоять. Хотя мне кажется, есть место получше. Так, чувак, ты чё на меня так смотришь? Блин, меня все обнаружили уже 20 тысяч раз. А здесь меня видно? Вот так, наверное, нужно стоять. Здесь ведь не... Все. Все, стоим. Стоим, смотрим. Они все бегают туда-сюда. Кстати, на этой карте, да, довольно неплохо. Можно просто стоять. Только слиток не забирай, Петя. Отдай слиток. Мой слиток. Почему он прям перед носом у меня выпал? О, боже мой. О, убийца! О, убийца! А! Это красный парень. Если его сейчас поймают, то будет просто лол. Вон он бегает! Неплохой убийца. Убийца сейчас поймает убийцу, по-моему. Блин, он бегает. 6 игроков осталось, я должен выстоять. Вот тут нуб-детектив. Нуб-детектив. Еще один нуб. Вы его потеряли, ребят. Вы его потеряли, он пробежал на центр. Вот, вот меня реально не видно? Или я себя просто тешу?
Я очень надеюсь, что меня не видно. Он идет. Он идет. Он меня не заметил. Он не заметил меня. Окей, окей. Значит, это хорошая идея была быть булыжником. Хорошая идея была быть булыжником. Ну да, все правильно. Нет, его нашли. Ну почему, чувак? Ай-яй-яй. Окей, сейчас мы сыграем на карте Tower Fall. И вау, меня отлично заспавнили, потому что прямо здесь, прямо вот здесь, есть соответствующая нычка для меня. Вот прямо вот здесь. Стану, буду стоять. Никнеймы все равно не показываются. И я надеюсь, что убийца попадется неплохой. Так. Вот так буду стоять. Блин, если бы здесь еще какую-то выемку сделали, было бы супер. Окей, ребят, ладно, ладно. Вы меня нашли, хорошо, я понял. Дайте спрятаться. Вот сюда зайду. Если вот здесь. Если я здесь буду. Это сойдет за нычку? Не совсем, наверное. А если вот здесь? Идеальная нычка. Почему вы... Уходите! На. Меня заметили. Снова меня заметили. Уходи... Чёрт, это был убийца! Что, он... Он что, первый раз зашел и не убил меня? Он не увидел меня? Окей, попробуем второй раз. Второй раз, я думаю, будет немного удачней. Я очень надеюсь на это. А, ну почему? Зачем мне давать мёрдер? Ну зачем? Ну это... На самом деле все хотят быть убийцей в Murder Mystery, но... Если честно, вот сегодня мне вообще никак не нужен убийца. Я не хочу быть убийцей. Ну как так? Нет. Ребята, ну в смысле? Я не хочу быть убийцей, не хочу никого убивать. Не хочу никого трогать вообще ни разу. Вот этого парня не хочу трогать. Извини, я кину сейчас меч. Ладно, Ники. А, не, попал. О, лол. И тебя тоже попал. Это что за голова? Ладно, ладно. Хорошо, давайте... Давайте поиграем. Давайте поиграем, окей. Там кто был? Нет, это картина. Просто картина. Зачем вы дали мне убийцу? Я не знаю, правда. Вот, привет, чувак, привет. Могу тебя убить. Могу еще кого-нибудь. Что, вы это видели? Он то поднялся, то упал. То снова поднялся. Было жестко. Забагал тут. Кто тут багами пользуется? Это баги-багуши. Два игрока осталось? Серьезно? Ну и где вы, ребят? Ну и где мне вас искать? Где это вы спрятались, а? От камушка не уйдешь. От камушка не уйдешь. Я просто быстренько сейчас сразу быстренько сыграю. Сейчас их быстренько найду. Если они где-то здесь. О, привет, детектив. Извини, да, мне пришлось тебя убить. Сори. Сори, сори, сори. Тут еще, а? А? Что? Где? Где? Это что, корова, что ли? Лошадь? Наверху, да? Да, окей, он наверху, я понял. Он наверху, наверху, давай наверх. Даже сейчас по пути, если будет... А, ну да, он открывает эти штуки. Если будет, соберу золотые слитки. Вот так вот, отлично. У меня теперь есть лук. А, аккуратней. Не нужно меня тут... Еще глич какой-то. Так, ну и где ты, парень? Всем привет, с вами Ял. Я прибежал. Где он? Вон он. Смотрите. Он бегает. Так, тихо, я спрячусь от него.
Он куда-то попрыгал. Вы видели? Он куда-то попрыгал. Опасный. Вон он, смотрите, вон он. Чувак, а если в тебя будет стрела сейчас лететь? Если в тебя вдруг сейчас стрела полетит? Что будешь делать? А, я тебя не вижу. Я не вижу тебя. Привет. Почему не собираешь лук? Где твой лук? О, он взял лук. Отлично. Он взял лук. Ну что, сразимся? Стреляй. Хайя! Ладно, окей. Ты проиграл. Я ведь просто хотел прятаться. Почему вы мне дали убийцу? Не нужен мне убийца. Окей, друзья, что ж, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, вступайте в отряд Яла. В общем, вы все прекрасно знаете. Всем большое спасибо еще раз, всем удачи, всем пока.